Может, только набрить? Лобок, побрей себя. Поехали. Откуда ты знаешь, что он не побрит? Признавайся. User left your channel. Парень себя верит отлично. Что ж, больше начался? Бой начинается. Да. Угу. А чё, куда мы едем вообще? Ты чё, в город кто, лица красит? Кто куда, как обычно? 175 пробития, окей. Голдишка. Не, какой фарм, какой голдишка. Лалки, поддайтесь. У тебя перки на сведение стоят? Фиг его знать, не помню, уже написали, да, вроде. А что за перки? Да у него экипаж 75%, какие перки. У меня 71%. Расскажите мне, что за перки на сведение, я тоже себе на все танки поставлю. Чтобы сводиться быстрее. Сведение на ходу, сведение. Плавный поворот башни. Серьезно? Прям на ходу сводится? Блин, на ходу. Я тоже себе сейчас поставлю. Через попы противников, союзников даже, да, по противникам стрелять может. Эти двое сдохнут, ну и да, я тоже так считаю. Привет, Елюшка. Вы чемпионку или абсолют? На 402. И у вас фул, да? Ты нам чуть-чуть опоздал, только начали. Ребята, я танки противника иду искать, как вам идея? Норм. А где ты там? Ну-ка, сейчас тебя найду. Не, давай без ТП не покажу. Ну ладно, ладно. Ну давай, Серёж, поиграем нормально. Да, вы ржите, материтесь, угорайте, только не стреляйте. Толенька. У меня тут к тебе вопрос, как собирателей всех приписок. Я тут приписочку взял для девушек, тебе тоже воткнуть? Конечно, только чё, чем больше приписок, тем лучше, конечно, чё бы нет. Я уже ой, никнейм не вижу, а там как, заходит много значков, значит, тоже всё окей. Да. Чё-то у меня не пошло. Ой, у меня не пошло. Вам, да, слева что-то парень что-то знает о тебе. Он на гусле давно, горит. Гастенька, ну, где? Слева. Лишь не ударил. Он, ну этот танчик попредит. Вы чё там охуели? Чё за хуйня? Лучше тут самочка будет? А! Как? Толя, блядь, вы чё? Нас с Делюсом забыли, что ли? Вообще, что ли, блядь? Да, ну вообще не мы создавали, мы присомнились. Ну, кстати, да, первый сыпь. Типа никого не было, мы пошли играть так-то. Как вы все вы вроде бы хотели собрать там свой доход, я не знаю, я сижу, жду, как бы. Ну ладно, давайте, раз обещали перед созданием. Ну да, в принципе, можно писать. Пусть Емель идет, то берет. Пускай Емель когда собирает. Как кинул приглас. Даже все зайду, мне слот только оставьте. Я тогда сразу еще был, раз. Чтобы успеть зайти. Смотри, что базы не забрали нас. Да, а где, а где Ирина Анатольевна? Рида, не знаю, он что-то отдыхать ушел. Какой он заход? Опять свою фифу шпилевили. Блин, их там двое берут. Надо быстрее, мы прям успеем быстрее взять. Обдави инвайт, Эмилька. У нас арта же есть сейчас. А там можно заходить на арта на муйке как раз. Вылазки нажимай. Укреп район, вылазки и все. Сбей с кого-нибудь арте, ходи раз. Сейчас соберу, ребят. Да в любом случае видно. Можно вам по своим пострелять. Так, давай без этого. Сбил. Да я ж, блин, говорю по своим. Хорош. По своим сказал ты. А ты, типа, левый вообще, извините. Короче, кто хам выстрелит, какая. тот воу, москаль. Я попал в кого-то там. Кто выстрелит, тот москаль. Да. А что у тебя за кольцо такое спереди? В танке.
Я женат. Я женат просто. Жесткий ты. Ну вот возьмете, бросите нас. А что в итоге делаем? Жизнь сурова. Ну, свет договорились с этим, с Емелькой. Ой, с Емелькой говорю. Заходите к Емельке, тогда мы там уже. Первый стал, блядь, типа того. Отлично. В итоге что-то как-то, да, некрасиво получилось. Ну, вообще некрасиво. Ну, мы вообще заранее договорились. Вот это тоже некрасиво. Да. Ну, некрасиво, это не мы поступили. А вы чё, а как вы хватает на... Красиво, не знаю, некрасиво. На две, кстати. Вообще абсолютку поиграем, а? Ой, ну... Чё за красота? Короче, go farm, кредит нужны. Кредиты надо. Танки я все на турнир кредиты спустил. У меня было там 2 миллиона. А ты же не фармишь? Все зашли или кто-то там еще хотел? Давай только с этого, с командного центра уйдем, потому что там полное. Так, ну надо... А что там? Там же можно это, перевести ресурсы с него куда-то. Так он какой-то там... Сейчас я посмотрю. Служба какая-то. Давайте, кто у меня там, вот два, переместимся, нас пока меньше. Трофейную бригаду до конца еще. Давайте, наверное, надо будет ехать сейчас. Так что, куда? Да, к Емельке все. Не, я имею в виду, куда загружать ресурсы свои? Ты перебирайся. Ну, где под... ну смотри, левел. У нас трофейная бригада, второй левел, давай туда загружать. Да, туда. А что она дает вообще? Плюс 4 к добыче при успешной атаке. Ого. Сейчас я разгружу чуть-чуть командный центр. А где это находится индикаторская служба, где еще чуть? А ты куда все трофейная, правый верхний. Да я с командного центра перевозка все, что возможно, так по максимуму разгружаю другие эти. Я тоже здесь. Ты го так нафармим сейчас в боях? I'm ready. Это интендантская служба качается, с ней чё? А все зашли, все, кто мы из... ну... Подожди, так, я там кучу на танке, подожди. Ша, страйк, Толик. Арина не пойдет, да? Арина не пойдет. И Коля, все вроде. Так, там апнул, здесь. Коли танк имбецильный, я считаю. Да я хочу может, халявный танк. Может там с водителем проблемы просто? В смысле халявный танк? Ну там же дадут халявный танк. Какой танк такой водитель? А что такое трофейная бригада дает плюс 6% добычи при успешной атаке укрепрайонного? Это когда вылазки, когда можно будет нападать, можно будет тогда это... А, понял. А что за танк дают, я что-то не понял нифига. Ну, из интервью Панкова я понял, что будут делить... ФВ-4202 на два танка. Премиумный и какой-то вместо десятки. Вообще, что? Да, так хотели сделать. И типа, кто дофига нафармит в укрепрайонах, тому дадут, что ли? Да, что-то логика не видна. Чё? Прослеживается. Нет, дадут, а, он же варгейминге работает. Чё, по центру ебашь? Какая? Максим. Я еду по первой. Максим. Да кто куда хочет я страйк с собой, не сливайте. Все куда-то едем. Давайте по своим, блядь, не стреляем, вот это такая договоренность. Ну самое главное, по своим стреляем. Ну лол, я ливаю туда. Да, пока. Пошли в другой. Да. Пока. Давай я отхуярим их на последних всех. Давай сейчас Далюкса просто убьем. Левша с дроном? Ты на голде, левша? Это спать не съебался. Попробуй пробей, да, называется? Виночек заехал, все, фарм. Сейчас зацелю, сейчас он умрет. А, в натуре он летит а сюда. А он сюда даже выезжать будет? Давайте в залп, они все там. Он попал, что-то не туда, блядь, поехал. Страйк, слушай, что-то как-то проблема. Все там засада. Да нормально вообще. А, ну, тут все, никто нас не поддерживает, да? Ну ладно. Как-то ты... У меня, кстати, засветился, там кто-то есть, да. С Дидором врываемся. А не к нам едут, Страйк. Проблема завещал Кириллоид. А тут нас засейвит нормально. Ну, пацана. Страйк, давай, когда они поедут, мы просто на площадь свалим сейчас. Не валил. Да-да-да. По-моему, крутая идея, да? Нормальная идея. Куда они? Блин, мы бежим, да? Да зачем? Давай их встречать на хрэк. Да нам сейчас... Не боимся. Трек, давай, мансуй под меня. Я буду помогать тебе. Этушек сейчас на почту, я заберу. А, не надо. Карусельку выжгать эту. В жопе двое.
площади. Т-90 к объекту. Блин, они так нормально могут расстрелять. Давайте вперед проедем. Коля, топи, ложи. А че у нас Эклипс в говне каком? Заткнись, ты куда смотришь, бля? 416-го бейте, а у меня, блин, сзади 6. А это нормально, что из 6 в больницу заехал, слышите? К нам? В нашу? Да. Это вообще законно? Можешь танкануть себе, Джаз, танкать или? Фигню? Танканул. Убейся, сори, наверное. Красава. Секунду, секунду, секунду. М40 КД. Коричневый есть. Лол, прикол. Не видим текстуры. Просто вот невидимая текстура. Вот, вот это вот все невидимая текстура. Не закрывай там. Я не закрывал, что-то. Ой-ой-ой. Чтобы мне не старал. А акция еще действует на 2000 опыта, если я не сдох? До конца месяца. До конца. А включите эту штуку, кредиты? А включено, час еще. Ой, хорошо, так как целый час кредит. А сколько там процентов дает? Это левша, он вообще не видит ничего. Китайский пацан тащит. Что, здесь пацан? А можно это больше, какой, да, еще делать как-то? Сейчас тебе отхерачу. Только по голубям можешь стрелять. По голове могу дрыном давать. Да свой дрын достану. Ну ладно, сейчас умротор ты. Ну вот здесь же? Да, ой, я вот это. Ну че ты, ну? Хорош! Толя танканул! Фак! Коля, говню, блин. Блин, че ж. Блин, Толик, ты там, короче, меня бросил. Мы могли бы там встретить жестко на мужика, и я пиздить их нахуй. Мужика бы мы зашек встретили там. Мы там остались бы сразу. Да не остались бы мы там, я там долго оставался и только уехал. Ты замотил, я пострелял потом, отлично все. Вы просто там могли вдвоем стоять и жестко стрелять, дамажить, а я не мог соло дамажить. Да я дамажил соло, вообще мне нормально. Короче, ты не командный игрок. Какой командный игрок? На нас ехало 9 исаков. Я не хочу, чтобы ты играл со мной в одном плане. Кикнуть его, Стрейк? Я думаю, что можно. Да, надо кикать меня с клана, чё я не тащу. Херня какая-то получается. Максимку возьмем командиром. Максимка рулит. Я так понимаю, что мы сейчас практически вообще все отстроим, и нам некуда просто будет девать этот промресурс скоро, да? Ну ладно. Учеваются из танков. Ну Максим, бывает. Будем подготавливать промресурс. Так а его можно копить как-то еще? Как? Склад, склад заполнится и все. Ну пускай, ладно, ждем, когда ведут патч. Да похер. Мне кажется, 10 уровня будет тяжело все здания отстроить, потому что там... Нажмем эти, не знаю, вот эти вот подготовки. Подготовки, да. 10 штук. И, инс, почём идти будем? Прямо. Я светить деду, как по стрите поставлю. А у нас все честные, да, все без Алимера. Я няшка, прикиньте. Хис с Алимером, нет? Ага, сюдой. Говняшка. Такой. По-моему, ребята, наши стримы сейчас смотрят эти люди. Ну, мы популярны. Что, здесь, да? Не врывайся. Ну, я справа буду люкс. Может мне взять борща, чтобы домашку постелить у вас? Тащить? Ой, не надо борща. Делюкс у нас одинокий волк. Одинокий голубь на карнизе за окном. Засал, что ли? Не, ой, сюдой, ты засал, блин, там ездишь один, как урод. Нормально, блядь, мне пизда, короче, парни. Ой, блядь, короче, танкую свечу. Парни, свечу. Это хорошая страта, всегда уважал ее. У меня что-то тоже светит, неприятно. Танкую, они еще ни разу не продамажили. Слушай, Страйк, у меня проблема небольшая, я убегаю отсюда. Хорош, красава, Толик. Блядь, и нахуй. Я никогда не сомневался, что ты быстро ездишь. А у тебя? Почти сдохли, парни. Тебя стервятники окружили. Ой, я горю, ё-моё. Сам стервятник, кого хочешь окружу сейчас. Ты все деревья собрал. Свечу, давайте, парни, сейчас подсвечу, ёбните им всем. Его быстрее поджиматься, пока не ой, ещё и придём. Второго сейчас надо убить на горе. Тихо, ну шо вы толкаете? Ебать, я поехал, как чётко. Левее, 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 дедур. К 32-му заезжаем. Хелп. Тебе сейчас закинуть, Данила, как я, да? Need help. Не арен, не слишком нет. Далеко нет. Ты можешь подсветить кого-нибудь, Люкс? Да, конечно, сейчас всех. Ну я просто ремки. О, а чувствуется китайская мощь, да? Страйк, это мой танк плавает уже. А ты чё, Толик, ты сразу же поехал? Мой танк плавает. Их до хера ушло, их до хера ушло, я просто не просветил всех. Вот они. Таксист, короче, танкует, потому что он не пробивается.
Никакие, я вам всю команду высветил, вы никого не убили. А еще все вы. Команда опять досталась. Олег, ты куда? Я убивать соло, что вы ссыки? На мужика. У нас это 8 человек. Пусть нет. Ответь, ответь, ответь. Емелька, ты же мне мешаешь отъезжать. Вангар отъезжай тогда. Он где троллит-то? Вам жопа. Назад отъезжайте по фокусу. Вообще лучше убегать. Вообще назад отъезжайте, чтобы. Давай, давай, иди по жопкам, по жопкам. Ты че жопой-то, ты что-то свернулся? На ходу еще. Все в говне. 90 будет максимум с подпёздом. Ребята, как все плохо, то сейчас. Мель, смотри, я... Левша, грузи голду! Без ремки с чего, Максим? Не, ББшки нормально. Я тоже 90 на КД. Давай хотя бы... Надо и Са поймать, блядь. Сам себя завался. 90. Заколебали как-то. Там просто бой, когда они не убили. А, без урона, да. Там Коля вообще просто столько дамага. Просто забей, там это какая-то хрень с этой пушкой. Два левша, тройку сбри. Суйте под Коля, беги Коля, лучше. Кота скатаются с пиром, мы их пугаем. Коля, тащи. Левша, танкани задних, не знаю. Давай. Коля, не бойся, убивай всех, давай, Коля. Ну ты чё? Тройку, ёбни тебе, чё? Ой, страйк тоже. Ты что-то берёшь? Давай, Коля. Джаз, забери 90-ка у тебя в упор. Забери его, Люша. Я могу не пробить его. Падать за ним. Ты пробьёшь, я уверен. Упасть. Объедь его. Да, убивай 90. Хорош. Тупышка, пожалуйста. Я танкую, я всё равно без БК. На. Сука! Один! Один ХП, блядь, со сломанным БК. Таранил нахуй. Зарейдься ещё. Коля, а потому давай, что испугались Коля. Их. Коля, вот надо было выехать на мужика Коля. Здесь и сдохнуть все. Ты испугался. Стоп него, Левша, ты чё? Я бегаю этого догнать. Нахер он нужен? Я бегаю этого догнать. И 7 секунд могу 90 убить. Засейви от этого. 2 секунды не могу. Я заряжусь. А, всё. Нормально. С Максимом распугали их просто по жопам. Драли их. Карусель какая-то. Да Люкс больше всех орал, паник. И выжил еще, да? А сам сзади стоит. Я все... Блять, ты посмотри, сколько я засветил сейчас всех. Блять, где тут? Ты видел, блять, сколько я засветил? Ты видел? Я сдох чуть ли не первый и стрелял больше всех. Блядь, иди 9. Почело. Ребята, я вообще турниры. Просто реально жестко просто. И ноль урона, блять, нанесен по засвету. О чем говорит то, что Светляк охуенный, команда говно. Нет, ты говорит о том, что Светляк. Светляк идеальный, всех засветил, выжил, блять. Тупой Светляк не знает, где светить. Вначале светит. Светит тогда, когда команда стрелять не может. Это глупый Светляк, я считаю. Жми, кто там. Сейчас, сейчас, подожди, я это, ресурсы трачу. Готов? Ну, ты, погнали, в принципе, ребята. Только и умеешь тратить. Секунда, секунда. Ай-яй, паразит. Ай-яй-яй-яй, стоять, стоять. Ничего не производишь, только тратишь. Ребята, ждем, сейчас будет круто. Я вам просто честно говорю. Сейчас я возьму танк. Сейчас он возьмет свой. Ай, понятно. Я тебе сейчас загноблю, урод. Просто сейчас будут снарядики в кабину. Я думаю, можно сейчас по фугасу скинуться. О, чё я клип взял? Ну всё. О, ребята, вы подсветите, я сейчас такое... Что это делает? Тихо, 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 тихо. Блин, у меня, по-моему, всё. Я уши лопнули, нахуй. Я завтра к доктору иду. Кто там у нас проверяет слух? Кто это сделал? Зачем вы это сделали? Кто это сделал? Ты. Блядь! Вы чё, блядь, прикалываетесь, что ли? Нахуй вычислим, и, блядь, кик будет, нахуй. Это Емелька. Чё? Емелька, блядь, это пиздец. Чё с микрофоном? Это пиздец какой-то, блядь. Мы чуть уши, блядь, не потеряли. Я, видимо, просто наушники снял и уронил на стол их. Ну нахуя так делать, если у тебя... Ты это, во-первых, сделал два раза, как... ...кнопки. Так ладно, за свет дадите, да? Там просто сейчас сколько? У меня 600 человек, у них у всех... Мозг вытек через уши. Ну ничего страшного. Ну как? В принципе, вытекать не особо есть чему так, да. Спугай, страйк меня. Плей, где тебе да, плей? Я думаю, тебе можно вот так вот сделать. Спугайся, давай, дай я тебя выстрелю. Я сейчас ударю его, честно. Спокойно. Он мне 40 хп снял, теперь я его снесу 800. Не надо. Кросс, не убили тебя. Нервный Толик какой-то. Тактика, блядь, парни. Они чё-то отстрелят. Это страйк светит, что ли? О, Люша, светишь? Сейчас светит. Да. Ребят, там два борща. Могут лицо оторвать очень больно. Мы посчитаем, что не могут. У нас один Толик на борще, он двоим. А у нас этот не светится, надо какого-нибудь пацана там жесткого типа... 5 ФЦМов могут Левша, формануть меня, нереально. Я лечу.
Клипсу а мы опять и... про эту хрень забыли. Блять, мы не светим нихуя этот. О, они лол, здесь надо, чтобы они базу захватили. Чтобы было круто. Все в хавне, они точно там поехали. Я, короче, я разворачиваю, короче. Булки свои. Стреляйте, кто успевает по этим пацанам. Первым стопайте, все там пиздец я будет. Сдох. А, там то, там этот, это, сломается нахуй. Ой, потерпите. Хоть одна хорошая новость, только. А вот борщей и нашел. Я не сдох, Страйк, ты прикинь, как круто, да? Сейчас я помогу. Не надо, не надо. Что за люди? Попадание. Есть гайд, едьте по центру, и они едут всегда, каждый раз. Тут два борща. Блин, надо борщей выкурить сначала, вот как только эти проедут. А, 3-4 там еще. 3-4. Блин. Они будут проезжать вообще? Левша не ударит меня сейчас, левша? Можешь танчить, левша? Не... Кого станчить? Ядор, там сотка выехала. А не выехала. Бейте тех троих, а эти ничего не сделают. Точно. Вот чё этих есть? Убивайте, парни, а мы здесь четвером задефим. Ну надо, чтоб сбоку Диадор вышел. Отсай, пушка. Задефим. Бейте плево убивать. Можете вот тут поагрессивнее сыграть? Да, мне большой бить, всё. Выйду здесь. Это там убивайте. Цель понял. Есть оставить цель. Ну ладно. Берите индейку. Ты 4 КД. Да сука, я за тебя получил. Что? Куда стреляет? Клиентский прицел, когда лади какие-то что-то и вообще борода. Я проеду к ним. Я сейчас буду пугать нахер. Лол! Да ну что это-то хрень? А чё вот эти два танка не могут этих убить, парни? Или... А чё убежали? Да там борщи стоят за этим. Один, мы там уже нахопались. Ты как? Лол, я же уклоняюсь, что ты попадаешь? Я же уклоняюсь. Сейчас я пожёг и буду стрелять. Я же уклоняюсь. Сотка, осторожно. Нужна помощь с тройкой вот этой. Давай-давай, пугай её. Он КД, да? КД, я стрелял сотку, попал в того. Сотка на меня едет, фульная. Сотку убиваем вот эту. Сотка фокус, сотка фокус. А, снаряд пропал, лол. Слышь, правильно. Заберу, заберу. Нужна помощь с тройкой. Да, не получилось, меня борщ забрал. Тройка КД. Ну, в жопу, я доберу. Какая-то чушь вообще. Плохой танк у меня не попадает. Какой плохой танк? Аккуратно. Плохой танк хороший. А какая пушка у борща? Мальфа не пройдет. Большая пушка у борща. Что за бред не пробил? Так, нет, у борща, по-моему, Моусган или нет? Или Жахач? Ну, короче, походу, не такого у тебя, как я. Я сейчас узнаю, что у него. Короче, что-то бой не пошел у меня вообще конкретно. Что-то мы как-то потеем слишком. Тут не то. О, борщ. А он на ПК стоит. У него нормальная пушка. Плохая пушка. Пацан. Вот была пацанская пушка вообще, он такие бы чудеса сейчас творил бы. А это хрень. А сколько ему фугасом снял? Что-то вообще не пострелять. Фугасом снял. Инспир, читер. Вот мы с Диадором нормальные. Я посветил. Все остальные вообще ни о чем. Я светил, я ничего не знаю. Крысил просто. У меня ладью, у меня мышка не работала. Он наворачивался, блядь. Блядь, на то ли что ли 6 тоже взять? Куда-то мне печалит ФЦМ. Оно 6 не пробивает нихера. Ребят, надо финансовую часть забивать промресурсами. Там пустой склад. Но мы же там же как раз закреплены, нет? Не-не-не, мы сейчас с другой. Ну а потому что в день несколько раз нажимается, надо ее забивать. Потому что, ну это единственное, что юзается. Ну и нормально. Я сюда поехал. Единственное, что нормально сюда поехал. Как в прошлые игры. У них куча троек, но их все медленно, кроме диагностика. Ехай, ехай, Толя, ехай. Что-то не так? Так может все вместе сюда поедем? Вот так продаем. Как идея. Может по стариночке вот сюда. А хоть сюда, и сюда ближе ехать. Стариночка работает норм. Но у нас в прошлый раз захват сделали, что-то не очень сработало. Ну там просто... Затупили кое-как. Да. Вот ты знаешь, без затупа проиграть невозможно. Хочешь покажу? Как нам проиграть вчера... без затупа? Нам да. Вчера Страйк и
Толик доказали, значит, можно без проиграть. О, нормально, а по проценту. По приколу можно поиграть еще. Они мою тактику. Че, реально пушат? Это, блядь, нечестно нам. Я, наверное, вернусь. Блядь, вообще, это не спортивно даже как-то. Ой, подгорел. Бля, ребята, ну, просто на захват едут. Сейчас взорвут меня на самом деле. Ты не ссы, всех не взорвут. Ты останешься равно на высоте, там два танка хватит. Ага, норм. 90-ка светился, делал. Но он должен справа сейчас быть на захват. Так они опять под камень встали на захват. Ребята, все плохо, надо ехать сбивать. Эти вертухан, ебаны. Оф, вместе выбиваем. Еще едут пацаны, вот мы сейчас их убьем и все вернемся, убьем всех. Три танка на захвате, ребят. Узбивать. Да у них вообще какая-то по всей карте растянулась. Надо сбить, норм. Еду, вперед. Надо сбить захват. Ребят, давайте, собрались. Просто, наверное, вчерашний стрим мы постарели. Ребят, 90-ик. Сами узбивают, захват. 90-ик теперь, давайте. А, помоги, Емель, Страйк. Да я помогаю. Да-да-да, вижу. Могу. Шаман, уходи, там он создал цели, но ты утрат. 4 секунды КД, ребята. Я норм, беги. Топнул. Я 700 хп ударил. Что? Куда? В пушку, блядь. Иди, пока... Да, бляха, ой, что за страты у них такие? Я просто пока приехал, они все страта сдохли. Хорошая. Сдохли. Мне понравилась бред, страта. Блядь. Я на прейзе 4 шота им дал. Вообще круто, по-моему. Мне так сам хитрожопый вообще. Страйк, лови картинку для стрима. Толик хитрожолик. Я сделал. Сбрасывай его, сбрасывай его с моста, сбрасывай. Ты сейчас с моста уедешь отсюда, понял? Давай. Эй, не надо, блядь, не надо, сука, не надо! Но по крикам все понимают, что сука, надо. Сука! Ну сейчас хуйня опять начнет ставить. Блядь, мне похуй, я по своим сейчас пиздить начну, блядь. Кто скинул? По приколу начнем сливать. Лол, я спустился с холма и сломал башню. Как его профессионально раз... Вы видели? Олег, я не специально. А как можно башню себе сломать? Бля, следующего предупреждаю, что... Ебука ломает и башня. Ой, блядь. Пас просто, Максимку. Чё это заебало, не попал, все, у тебя был шанс. Хорош поставим хуярить и там скидывать. Чё, как эти... Блядь, да ну а чё, все равно бы он не успел ни в кого стрельнуть, чё ты? Нахуя мне 600 хп просто так терять, а? Слушай, Толя, ну, давай 2000 ты возьмёшь у тебя есть ФСМ, а ты у нас весь урон пиздишь, блядь, пиздец, вообще нихуя не оставляю. Сейчас своим буду еще хп сносить, тогда вам буду оставлять их хп. Вот, все на тебя злятся, потому что ты берешь тех, этого эхо, кто зажал. Урон. Да не, это просто по приколу скинули, блядь, причём тут злятся, не злятся, чего вы начинаете? Я по приколу в жопу сейчас фугас дам. По приколу. Пригорело. По жопу, приколу, да. Фугасом в жопу. Он не пиздел, блядь. Давай просто вот не стреляйте, не сбрасывайте. Вот. Не знаю, неужели так скучно? Нет, просто это не надо так. Кровь за кровь. Я считаю, что так не надо. Короче, надо это... Кого-то затихнуть. Да, Делюкса, давайте тикнем с левшой, а то они что-то много хотят. Давайте я ускорю, раз уж так резнулся. Ну, блять, это чтоб ты других не стрелял. Нахуй базу подальше увезу на чужую. И там оставлю. Только в центре. Я по центру еду, мне покс. Здорово всем. Привет. Здорово. О, привет. Коля, у нас через полчаса стриминский, не просто. Толик, ты чё, блять, я тебя довез бы нахуй. Начали хуй ту строить, отлично. User left your channel. Толик за мной едет. Доски он же. Вот жулик, а. Полегчало? Я сейчас дальше за тобой еду. Все. Я бы сейчас третий посветил бы, пострелял бы, может быть. Но Емелька все равно отправится в ангар. Цель захвачена. Есть оставить цель. Обновляем ему, обновляй левша по таймингу. Все, хорошо, стоит, нормально. Оп-оп. Емелька, обновляем. Емелька, тебя ничего не ожидал большего. Да, реально дупас какой-то он. Пал, да? Нормально,
Узнал, где борщик. Отслужусь. Не двигайся! Блин, что ж ты? Сука, не пробил. Блин. Такое. Поедем, на... поехали иметь. Ой-ой-ой! Левша, поехать с нами. Да что такое-то, это пиздец, мы с Зидором попасть не можем, чувака. Так, нас пушат. Встречает таксист. Дайте берюкс, я тоже встану, слышишь? Мы не поместимся с четвером. Булка не стреляла вот эту. Там 90. Выходим в дальнего, бреем, гоу, по залпу нахуй. Гуслю, гуслю. Я поставил. Отъедь. Там 90 в заднице у вас. Чё, левша, танкуй теперь ты. Сзади 90. Сука, рикошет. Танканешь его? Кусок в углу. Дальше. Блин, а, ты перекрыл все. Да он толкает меня. Чё, сот, да сок слева? Не, да, ребята, меня. Все в чате жалуемся а он на имя. Ей, да? Точно европеец. Бейте их. Сотка слева. А он сотка сзади. У нее 4, у сотки 4. Репортим Емельку, все. Все. Давай, Ильша, танкуй. Тебе танк говно. Поехал! Король! Страйка, но все репортим Емельку. Они не могут репортить. А чё ты не таранил? Почему не могут? Им надо в бою с ним быть. Они могут в контакте. И хорошо ты как его. Емельку зарепортил Камиль Джан 29. Бум! Сука. Да вон я говорю, так, не давайте стрелять в своих. Что? Что? Ну-ка разъедьтесь, уроды. Эклипс, вы заебали толкать. Дайте понял. Вот это стоило. Эклипс даже здесь помешал. О, пишет, какой ник. Ник, ребята, К23 Емелька. Можете на стриме увидеть. В моей команде играет почему-то сейчас. Почему-то. Толик много не напиздил. Толик, он еще помнит. Нет, Толя, возьми ФСМ, реально. Пиздишь весь урон. Это бери баланс. Ну мы не можем нафармить нихуя, у меня, блядь, по 30 тысяч нахуй идет за бой. И ты не фармишь часы. Нифига, потому что ты на борще играешь. Но. Чё фармить? Сейчас ты пиздели будешь фармить, понял? Урод. Ты это что, вызов что ли? Или да. Чё? Ну, блин, не забывай там скоро Баковка или как там, куда мы едем? Как Баковка, мы еще не добрались туда. Баковка, блядь, Кубинка. Кубинка, Кубинка, Баковка. Я, блядь, сюда забываю название. Баковку едем мы. Там а еще потные виплеи к нам зареглись, они нас еще отпиздят послезавтра. О, там написали в чатике, К23 Емелька, все репортим за расизм его. За что? Ты что, негр что ли? Или кто? Как негра можно репортить за расизм, да? Ну это самая нормальная причина для того, чтобы дать бан. Блять, Емелька, у тебя с микрофоном хуй-то. О, еще за микрофон. А нормально его забанит, у него не будет его микрофона. Да, забанил за микрофон, нахуй. Надо зарепортить. Продак бы зарепостил за это, блять, его, короче, за микрофон. Но мне так забанит. Бой начинается. Так лучше? Ты просто как громко, видимо, говоришь там. Это... Не, у него что-то активацию просто выключил. А, ну, лучше всегда без активации. Просто активация играет до терпа. И левша. Че вы все как стадо едете на центр, бля? Да что мы стадо, лол. Стадо, что за вопросы риторические какие-то. Да, да, чувство включилось. Просто бреем все нахуй. Один из первых капитан идет фланг продавливать. Ой, светится танчик у них. Ребята, надо попусить. Надо это борща убить, эту ёбнич. Ну можно, да. О, они центр едут, ой-ой-ой. Гусеница, 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 сбиваем. По чуть-чуть гусеница. Бьем ПТ-шку у борт. Рикошет, блядь. Я двашник, короче, играю, все норм. Ну, пацана. Хорош, просто фокус божественный. Еще один. Он друга позвал, парни, он друга позвал. Давайте сюда. Оу, полегче. Тоже на гусли, так еще, друзья кончились, походу. О, 50-100 в открытом поле стоит сейчас. Блять, там какие-то. Там еще сотка! Блин. Вот здесь, короче, сотка, сука, блять. Вот она, да. И минус 3 линии, минус 4. 4 это переводчика. Че у них там 50-100 зато? Башню сломали что-то.
поставил, чувачело. Придется сдохнем. Чё вы стреляете в него, алё? Блин, я рак. Хоть что-то услышал грамотное от Толика. Дима, у него по мне было минус 3. Есть пробитие. Ну, вроде КД должен быть. Коля, Коля, Иван, ты Гарри спешишь домашку, да, стилить, Коля? Коля, остановись. ПТ-шка живая, лол. Отдумайся. Коля, соберись, это неправильно, что ты делаешь. Лол, вот это он чекнул нормально так. Вообще, на скеле. Чекнул на лампу. Смотрите, он меня на густо сейчас продержит. Фуги не пробиваю. Уж. Конечно. Фуги говно. А, они еще в меньшинстве были. Мне дали домашку пофармить. Статуя не идет. Ну вот, сейчас хоть поровну всех уроном. Дали прием, норм. Угу. Получается, я опять домашку стилю, Винис, или не так? Нет. Ну, блин, в два раза меньше сейчас. Еще и засветил нормально так. Получается, да. Толик, твои хомячки тебя слушаются. Что за репорт? Понаоткрывали кучу ПМов, блин. Ибо нехер меня сталкивать было. Вот она сила, блядь. Сила в сале. В сале. Ой, вот эти какие-то... Сало. Что кровы, за да? Протовая? Вовка, типа... морковка! Это типа топы какие-то, бывшие или не бывшие. За прошлым. Вовка, морковка. Она срать. У нас 90-ка нет, блядь. Ну, у нас много, да. А Максим, хоть сюда и драться выбирать, вообще на пофиг и заезжать. Поехали. Давай, поехали. Хуй мы базу будем собирать. Мне кажется, они наоборот поедут, блядь, в город. Зачем в город ехать? Обычно, по-моему, ездят с того респа как раз сюда. Короче, ребята, давайте вы все сюда, я... Ну ладно, поехали. Мы, короче, с отдыху вернемся, они нам базу заберут. Всем привет, с вами Максим Инспир, я буду командовать ротой Корм. Мне кажется... Ротой? Ротой, не ротой, ротой Корм, не в роту, ротой Корм. Тут же вроде один Толик собирался, что туда все поехали? Они поедут все в город. Прикроем Толика. Я в итоге не поехал туда. Мы поставим его ему. Страх, ты меня подожди. Не, в город, конечно, это весело и быстро выиграть можно, а тут... Ой! О, спасибо. Сюда, я думаю, самые нормальные пацаны поехали. Я случайно попал. Все правильно, они сейчас вас отсюда отстреливать. Что они, значит, все вот сюда вот стали? Так-то мы можем и слиться. Ну да, я один хуй солемся. Так-то, когда мы встретим в лоб Исаков, нам будет очень неприятно. Нормально, а шо? А нам похуй. А нам похуй. А шо? Мы не шо. О, Пистри едет сюда. Ой, Пистри. Таксист, поехали 90-ка-то убил. Огонь направо, страх здесь просто сейчас закинем. А как он меня светит, сука? Давай, давай, я с тобой тоже поеду. Хуйня была идея, блядь. Короче, опять эти двое. Рандом. Пока больше туда никто не едет. Надо сваливать, давай, тихо. Сейчас там сделаем грязь. На меня скатится, я уверен. Так, нормально. Нормально. У меня выбора нет. Вот левша точно умрет, потому что там еще пацаны есть. Ой. И все ой, здесь. ПЦМ! Ой, ошибаюсь! Так, сами все сюда будешь объезжать. Да. Пушьте там, у вас мало. Фу ты, блин, пушка. Не поехали пушить. Уезжай сюда ко мне. Сразу. Да не, сейчас Дедор будет валить. Поехали туда быстрее, таксист. Ну мы просто будем стоять и стрелять в бок. Он будет валиться. 90-ик уже там, не ищи здесь никого. Просто по кратчайше. На похуй к нам идти. Он отсюда вместе. Это КТ. Да шо, куда летит, блядь? Там КТ еще есть. Быстрее, они на нас не дождемся, ребята. Они психанули, они психанули. Блять, все плохо, Максим. Сейчас что прострелы здесь могут быть, я не знаю, пушка пустит. Не меня убить хотят, алло. Ну откачивай глубже. Да откатил уже. Слушай, а тут есть прострел. Делай я тут пострелять. Закройте нахуй, Максим, сейчас подохну. Закрой. Это мудак, ебаный, успел я отвернуться. Вася, дай сюда. 90-ка. Забей, давай стрелять, добьем, кстати, тебе дэм. Добью, добью. Пушка, блядь! Да он уже разрядил и свой барабан. О-о-о,
Таксист, ну подтягивайся сюда ближе, ё-моё. Да у нас туда экипал. Ну что за бред? Борода, короче. Борода, согласен. Ладно, это напоследок. Ну вы хотя бы базу взяли. Берите базу. Бред, короче, какой-то. Берите базу, берите базу, просто. Берите базу. Берите базу. Ну, СТ, пусть берет базу, я еду. Они, кстати, сильно очень убиты. О, Эклипс едет. Эклипс знает, какие танки убирать. Эклипс. Засейви меня, Алиша, засейви. А я чё? 90-х для тебя ваншотный. Ну, я еду. Быстрее не могу. 90-х, они уйдут базу брать. Блять, зафолил. Гоу пушит, Алиша. Там все для тебя ваншоты почти. Да у меня пушка не опускается на них. Ждите Эклипса, чё он... Заходи на похуй в жопу. Эклипс, на захват оставь. Нас сейчас 90-ки разъебут. 90-ка уехали брать базу. Эклипс, давай на захват. Поехали. Я буду в жопу звонить, а вы с Емелькой давайте. О, Емелька. Побрейте просто. Там двое остан. Дай суперпиша, пробей его один раз. ФЦМ КД. Не пробил. ФЦМ на меня загрен, бейте этого. Павлюш и не очень. Поехал с 90-х, убейте этих. Ну вы убьете вы этого или нет, суперкэш? Кого сбивать? Сейчас. Да, нормально, да, база. Мы уже беру. Возьмем. А, мы возьмем. Два ваншота 90, да. БКЧ сломал мне, молодец. Берите базу. Пам-пам-пам-пам. Что, Толик настрелял? Да, там мы просто неправильно фокусили, надо было 90-ка фокусить, который ворвался к нам в жопу, а не тройку эту ебучую. Потом уже ее в конце фокусить идет. Его, когда он там, блядь, почти все раздал, смысл тоже вспомнил. Богово, нас что-то убили. Но я хоть пострелять успел, в принципе. Лучше куча ездить, так, блядь, быстрее. Ой, не, быстрее я у меня нет задачи постирать. Быстрее выигрывать, у меня есть задача пофаниться. Так, готов. О. Сейчас, секунду, альтабность на момент один. Там куда все идет? Не переполнено ничего. Мы же хотели куда-то закрепиться, не? Бля, парцаны, что так жарко там. Вот и финансовая часть, да хуя там, кстати. Там 6 подготовлено. Комары сейчас налетят, сожрут всего, блядь. Ты, конечно, уроды получается. Фу. О, катка начинается. Блять, ну не интересно на ФЦМе играть, дайте борща возьму. Возьми другой танк какой-нибудь. Тебе не интересно. У тебя других премов нет, что ли? 6. Возьми 6 и играй на ББшках, будет интересно. Будет очень интересно. Я буду говном плеваться тогда. А на ФЦМе чем лучше? А на ФЦМ я с одьем плююсь. Ну, блять, и 6 танкует. Да он медленный. Ну а на борщи ты просто. Вот сюда просто все едем. Не нужен. Вот здесь их убиваем. Ну ладно, да. ладно, уговорил Инспир, хорошо. Максим тактику дельную предлагает. Хорошо. Мне очень нравится, стан крутой, вообще всем не привет, просто. Ты Максим самый старший, и начинается какая-то хуйня с этим борщом всегда. Северогорск. Начинает скидывать, пиздить, потому что ты весь урон пиздишь. Не спортивно. Ну, давайте здесь на борщи сейчас играем. Чтоб все спортивно было. Это худший сетап. Почему? По-моему, вообще супер сетап. А давайте без давайте. Все сетапы говно, которые не формируют бабки. Бабки. Бабки проблема. Бабки для папки. Нет. Бабки решают. Проблема. Бабки не проблема. Лол, я короче нашел место, тут походу гномы живут, смотрите. Толик, а куда ты живешь? Я после. Это аккуратнее с дверью. Это торба на круче. Там хоббит, там хоббиты живут. А чё у вас втроём? Может это просто канализация? Нет, там хоббиты Дышь? Живут, эти. Они все справа должны быть. А нет, вот они. Тут. А, ты как по гайду светишь, да? Короче, опять тактики не зашла у Максима. Максим, да ну ты какой-то они, странный. Всем привет, правее, бери, Максим, блядь. И опять ну, обозрел с тактикой. Да я, блин, чат смотрел. Как один, блядь, ездишь. С тобой ещё четверо, а ты... Толик, это еболик. Я чат. О, потолкнитесь. Опа! Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Максим, ты жёсткий, Максим. Блядь, не Максим звонит. Какой-то. Только не тот. А что такой фокус? Ай, Емелька! Да вот Емелька, он своих боев! Кую, парни! У вас только француз там. Тут истри еще. Добью! Зарепортите Емельку за то, что он получит.
цель захвачена. Есть отставить цель. Броня не пробита. Что? Танкуй просто без урона. И Венька получит. Ой, добейте, сука, уже дома. Проезжай, Теодор, ну блац, вообще! Проезжай, ты стопишь весь пуш, урод! Пидор! Емелька, туннелька. Зарепортите телефон. Блять, телефон этот заебал. Алло, блять! Алло, мы ищем таланты. Сужусь. Пак дэмэдж-то какой прописали ему. Мелька, сколько карта нужно этих репортов, тут, чтобы тебя забанили? Хочу. Ник, танки умирают, ребят, что с ними делать будем? Что там у тигры как-то не идет катка, походу. У Иса тоже не идет. Рикошет. Я срикошетил, Максим. Вот это блин. Ошибка. Ты дурак! Так отбить хочешь. Я удержался, как хотел Стигусли сбить. Где еще один дед? Куюшки. Где этот супер? Еще один есть, блядь. На базе, наверное, у нас. Супер! Это вот здесь. Он ехал на захват. Точно, да, блядь! Вот это страта. Вот это страта просто. 9 пацанов сдохло, но у пацана была страта. Он один опа, вы... опа! Он хитрит, он сит. Он за коричневым поехал. Как круто. Не убивайте его. Какая разборка. Кого вы сейвить от коричневого? Не, надо убить коричневого, а потом его. Да ладно, вы делами своими открываете его. Поставим. Вот это да, вот это... Да иди ты в жопу! Давай бьём коричневый. Вы сами сказали, чтобы он ко мне ехал. Дарили домашек. Понял, больше что единственное, которое может убить, это больше репортов на К-23 Емельку. Не, я бы сейчас вот на арту бы кинул репортов, короче, пожалуйста, не спортивная поиграла. Скажи мне, пожалуйста, как можно репорт вообще кинуть? Ну, не, ребят, находясь не в бою. Я, короче, сейчас сдавал столько же, сколько на борще, нанес так, что может борща взять, возьмите кого-нибудь другого. Go девятером лучше, больше попарить. Go девятером. О, давайте в девятером, и я на борще. Иди в баню. Иди в жопу своим борщом, возьми шестерку лучше. Какую шестерку? У меня нету ИСа шестого. Бери тогда в купи. Зачем покупать-то? Ты чё, а? Это ж дорого так-то. Блин, за голду недорого. А, бери танк, поехали. Ай, запарили, пора светляка включать. Сейчас, секунду. Так и быть, дам вам домашку пофармить чуть-чуть. Сейчас только найду оптику. Он вей пробегал, ну что забрать? Он же с Колей пошёл стримить. Иго в девятером, потому я, что... Всё, я, Толик, светляк, погнали, короче, сейчас всё будет. Домашки побольше будет нам. Фух. Сейчас ну такое да творится начнёт. Хоть по бои будет. Домашки будет. Так, что за карта? А где тут засветить можно удачно? Удачно? Да чё у нас ни одного танка нет нормального, не премиумного. Бери 90-ик. Нет. Ну а чё тогда? Короче, я вот сюда встану, сейчас засвечу всё, короче, всю толпу. Везде о, его всех тут разъем, тоже засвечу. Ебать, у них барабанов клёвый много, мягкий. Штаб. Ну, домашний, но мягкий. Толя жесткий. Максим, мы должны Толя победить. Толя жесткий, сетап мягкий. Мы Максим, победим. Вот все сюда едем и все. Давай, поехали туда. После тебя, Максим. Нет, после вас. Максим, что, ты просто давай, X5 погнали. Я просто катаю на этом просто танке. Просто? Просто? Просто. И вот это мысли вслух, и с вами опять левша, и это карта скрытая деревня. Играем мы на своей вылазке, едем по линии. Едем светить просто в засвет. Рашим вперед. Я решил выкатить свой китайский танк. И сейчас буду играть без голды, да? Потому что мне нужно пофармить.
Потому что нужно очень много пофармить. Я сейчас заеду холм, ребята, вот отсюда можно просветить вообще всю технику, абсолютно всю технику можно отсюда просветить. Ты клёвый, Толя. Свечу всю технику. Кто знает про эту игру? Никто не знает про этот холм вообще. Я всю технику свечу сейчас, ребята, вам. Вы можете в этом удостовериться, вот в этом отчаянной попытке атаки. Я просто, смотрите, что сделаю сейчас. Я еду и всех свечу. Видите, как это нужно делать? Когда-нибудь молчит вообще. Нет, светляки пройдут вообще по базикам, нет? Да, пройдут спокойно по деревьям. Если они втроем пройти. Пройдут, это слив точно. Они вот, уже проходят. Там СТ-шка. Давай СТ-шку. 34-й, едьте в деф. Одна вы самые последние, вы самые последние. Как тебе? Два танка задних в деф. Даже три. Мы их тут разъебем. Кого? Никак учи. Делюкс, го, танкуй. Хорош вообще. Финта ты умеешь, как без дымага. Я только с дымагом умею. В деревне, ребята, вот о, танкуй, танкуй, танцируй! Убивай передних! Танцируй, делюкс! Да что за непробитие, блядь? Ну чё, я один буду с 90-ком? Да. Да, Максим. Этого надо ранить! Убью! Чё-то не пошла острота. Едем возвращаться на базу. Мышка ещё подхрючу. Надо ещё в деф. Макс, отсюда надо сбивать. Шаги, ребят, там мы двое. Проиграли. Нет, один. А чё у нас этот не едет, блядь? Я чё, блядь, ебанутый? Он? Сыца. Он ну, привет, двое в кругу. Трое теперь. Трое. Сим? Сим всё в говне. Сим. Я был на острие, блядь, атаки, и я приехал вторым. Отрезает, смотрите, пацаны. Один в деф поехал. Максим, нет, надо ещё танки, там трое уже, или четверо. Хорош. Врывается. Левша, не врывайся, давай я тут поиграю. Соточка, ребята! С 90-ка не сбил, мини, на нем захват. На мини захват. Забью. Ой, так, блядь, меня принято. Все простреляли. На мини или на ком? На мини захват, на мини. Сбил! Как? Все. 4 у него. Ай, я Максимку забрал, отлично, Максимку подсадил. 90-ик без этого, без огнетуш. Максим, что творится в этой катке? Вообще лютая какая-то она, по-моему. Убить Максим кого-нибудь? Убил Максим, давай. Еще одного могу убить. Вы пожалели, конечно. Еще бы. Ты когда-нибудь заткнешься? Не знаю. Я убиваю. Убиваю 3000. Хотя в этом замучить, в ТС. Давайте его не замьютить, а замучаем. Замучить. Чё, я ну-ка посмотрим, как я насветил в этом бою. Хуя себе настрелил. Да ты, блядь, я... только ты умеешь пиздить дымак и танцировать не можешь. Я охуенно танцировал. Блядь, я отвечаю, я просто... Фулл хп, светил, не можешь ворваться. И хотя бы пробивал, блядь, бабыхами. Ну, блядь, все вы такие знатоки, когда, блядь, вам танцируют. Подпёздал сзади урон, не смог. Блядь, ну давайте короче, быстрее танки берите. Дайте танк другой возьму. Если я 6-9 возьму, нормально будет? Да. Не, ну, нормально, так по баблу ты заебешься с ним. С вами Amway21, и у нас сегодня видео под... Ебать! С вами Amway... Говно взял, берите нормальные танки. Гусь! Ой, нормальный танк беру, сейчас возьму. X5 собираю. Сейчас возьму нормальный танк. Один бой, ребята, один бой сыграю. Да ты уже сыграл. Бля, 6 лямов уже можно покупать танки. Всё. Так, а что надо один купить? 10 лямов я уже отметил, норм. Блядь, уже 10 лямов было... нафармил? Ну нет, нафармил пятерку, в смысле. Когда-то у меня было лямов 60. Да, кстати. Ну, да, воду с сербогалды. Потом все почему-то спустилось. У арты было, блядь, там по 100 с лишним лямов, блядь, я помню. Эклипс. У артиллеристов. Да, было дело. Жми кнопочку эклипс. Жарта, жми кнопочку, ты же умеешь кнопочку жать. Да, блять, вы это, будете танцировать, хули. Ой, ебать, мне, ой, ебать, этот сетап жесткий. Я сейчас вообще разваливать буду, все отлично. Блять, опять своего борща взял, я что-то не заметил. Так, о, гость удой, по стратам. Пать, а я на корону поеду, буду стрелять оттуда всем в спину. Как вам идея? Вот 90-ки два вот отсюда заруинить нам всю катку. Ну, блядь. А нам их отпиздить нечего. Направо не стоит ехать, короче.
Направо не варим. Ой, ебать, у нас твои мельки с эклипсом там никакие. Да они, они будут танцевать. Вы будете первые врываться убивать сюда, короче. Только они, я слышал, из ух не очень танкуют. Они бортами на мельке. Я слышал, что мы медленно ездим, поэтому как туда первым врываться? Хочешь, подскажу? Давай, подтолкни. Сюда их разъебут, нам подтолкуют. Я ББ-хами сейчас жарить буду, короче, стрелять убивать. Спирр Чирип. Чирип Максим. Так, а чё... Эклипс, давай мы тут останемся через башню в рельефе. Нет, ребят, тут я останусь. Давайте вы вперед поедете, я буду тут оставаться. Диносику здесь будет, смотрите. Можно сбрить, если супер. Да они справа играют, короче. Лампа. Вот отсюда. Да, да, да. Они справа, ребят, читаю их. Блять, ну это жестко будет. Диносиков нечем светить. Читаю как открытую. Ебать, я сухи. Читаю в лицо. Их там двое. На КД, одна КД. Опять лампа. Светите кто-нибудь вот эту всю хрень, большую хрень. Левый не КД шел, левый не КД едешь. Вот сейчас будем с плитом и сухо. Вы слепые, да нас светят, блядь, 90. Так сверху выйду. Мы же не играем, мы машины. Убивайте Исуха, они там сами. Убиваем, парни. Ой, как его зашли. Убивайте, ёпта мать, они меня смотрят обе. Ребята, вы сейчас всю домашку пропустите, ха-ха-ха. 90-ик на базу заезжает, захват сейчас будет. СТ-шками возвращайтесь. Настрелялся Исух. Ой, сука, да что за... Вот всем нужно заехать, вот почему нельзя просто выехать и стрельнуть, блядь? Ребят, СТ-шками вернитесь, мы не задефим, мы не сможем проехать, тройки в блоке стоят. У нас СТ-шки говно, блять, которые не ездят. Говно это ты, у нас нормальные СТ-шки. Ой, они собьем, парни. Очень даже мобильные. Пытайтесь. Эклипс, тебе надо сейчас врываться ехать. Сбивайте, блядь. Остальное все похуй. Можно сбить хотя бы по разу с каждого. И мы всех остальных убьем. Хотя бы с одного сбей и убьем их сразу. Одного сбейте и все. Да он не доедет, и я не доеду, там все тройки выставлены. 20 секунд, да, должен успеть. Тогда убивайте своих. Макс, я сверху попробую. Просто крутой бой, блядь, чё? БЭТЬ! Нужданчик. Воу, а чё вы в меня все стреляете? Макс, ты чё, не попал? Эклипс, как всегда. Не про мин, почему? Прикрывай меня! Ну что ты делаешь, блядь? Да вы чё, охуительно, нам? Просто охуительно. Максим, нахуй торопиться. Проиграли по захвату. Это просто... Ну, потому что диносик, в принципе, так будет. Всё, такой будет слеп. Ну, сбивать. У нас пол команды ФЦМ. Блять, тут далеко ехать вообще забивать. Что, я сказал, заранее сказал, поехали, уже тогда они в круг встали. Ну не берите говно-то, а в чем проблема, парни? Вы сами взяли два, блядь, медленных говна и говорите, предъявляйте претензии. Ай, один борщ только стрелять умеет. Берите быстро говно, он может сбивать. Берите 90-ка. Ну всегда будет так, если вы без 90-ка. Че, можно, да, дальше на борще катать? Ты я даже не голдой стрелял, то бэхи. Так какой из меня слева просто взорвался тут? У нас три медленных танка, блядь. И они уезжают от базы очень далеко. Из-за потому этого что они нахуй не нужны, эти танки, вот эти два конкретно, здоровых. Вообще абсолютно бесполезные в таком сетапе. Борщ, блядь, он везде. Ну они их хуйня 5 снимают, а мы страдаем. Вот, блядь, мы расплачиваемся. Ребята, ребята, я сейчас такое замучу, я светить поехал по центру поля. Сейчас будет круто. А нет, у меня оптики нет, я не поеду, ладно. Или поехать все-таки. Да я сам поеду сейчас. Давай, ладно. Я вот сюда поеду, поеду сюда. Я, короче, вот в эти кусты хотел встать. Да, я слепой тоже, у меня оптики нет. А у кого-то есть оптика, может кто-то жесткий? Да, есть, но я не буду там. У меня есть. Давай, страх, замутим. Да, ну нахуй там 90-е. Да, нормально, я туда вставал. Сразу одно. Все было круто. Нужно, чтобы кто-то засветил. Отстреливайте туда блайнда. Еще могут сюда заехать и потом мы хоть что сделаем вообще. Базу заберем. Они его встали в позиции. Полет! На пощеки! Хорошо, мы столиком зарядили. Да. Засветил. Гроза, Валебжа, нормально. А можете еще показать? Все для пацанов. Я команду сыграл. О, попаду в кумулятивом 90-ка с расстояния херову тысячу метров. Нет, метра. Потому что ты идиот. Бля, парни, мы там что им сделать? Они сейчас выставятся башнями, и хуй мы что им сделаем?
Нормально я буду стрелять хотя бы. Емелька, может поедешь сюда, потому что братаны сюда приедут и будет очень обидно. Блять, ну Емелька там беспонтовый. Могу поехать, но я не Емелька, нужно, чтобы туда кто-то поехал. Ну, короче, не доедет. Я поеду. Не проблема. Счастлив, давайте вот эти два говна убирайте, они вообще беспонтовые, ничего не могут делать. Поехать не было. Они вот сюда пускай едут. От башни будут, да вы, блять, определитесь уже, куда ехать, ну. Да надо ехать сюда им. Надо сюда вам ехать. Если они развалят жестко очень. Крой только меня, и не подожди, не светись. Давай крой пока что. Вот эти могут съебаться, если они могут съебаться, потому что да вы там вообще съебаться можем. Мы это можем. Съебемся и вот отсюда зайдем быстрыми танками. Норм, страта. Еду к вам. Не могу дальше ехать, потому что там 2-90 меня отхуярит. Они пушат, по-моему, начали. Кстати, да. Тогда нельзя по полю ехать. Чекните. А чё, вы свалили, что ли, все? Блин. Чекните. Не, ну я останусь. Сейвовый, едете. Чекните, надо придется остаться. У вас столик прикроет. Да вряд ли они будут пушить. Надо там как минимум троим остаться. Если нас там зажмут, а они нас отхуярят, как только танки есть увидят, да? Чё, будем гору занимать? Скорее всего, там 90. Давайте. О, они подъезжают, наверное. Да-да-да. Видно, блин, где там. Если они поедут, Толик хотя бы раз шотнет. Два и берите вдвоём гору. Покажи мощь своего танка. Там 2,90, один коцан. Да они вообще чё-то далеко стоят. Хорош вообще. Им не пробил хоть. Не пробил. Какой-то рассадник там, поехали. Цеми. Они их сейчас просто запушат, наверное. Пусть пушат, да чё. Вот 90 как раз появились. Попробую помочь. Один девочек уходит, вот этого брейте, чтоб не ушел. Попробуй того зажать, чтоб не ушел. Так, короче, не стреляйтесь. Пушат они. Они поехали. Да, они пушат. Там что-то обидно, они все что-то не простреляли. Поводите вот под нас. Под нас водить, чтобы мы могли сюда простреливать. А, Диадор, помоги Делюксу, я сгоню этого 90-ника. Похуй на него, надо в тяжу уже стрелять, парни. Блять, у нас ДПМ есть. Вам, барабан разряжать сейчас в жопу 90, тогда запоете. Вот он уехал. Да, нахер! Пички бьет, да. Ты можешь стрелять хотя бы в него? Ну, я еду за ним. Пиндец, это игло, еду, блять. Пробитие. Пизду, блять. Хоть кого-нибудь. Пидорас меня, блять, все руинит нахуй 90. Он меня светит, он нихуя не стреляет, он просто светит. Пинк, Коля, тебе же свечу, шо ж ты мажешь-то так? Шо ж ты мажешь-то так? Сейчас все будет, они по центру атакуют. Смотри, сейчас ваншотного заберу, а нет, он вниз съехал уже. Следующий, ой, по 32-й. Он что-то боится как. Так, надо, наверное, сюда и лучше. Ой, что творится-то, ёп? Не рисуется. Хулиган зрение лишает. Надо захват сейчас ехать сбивать. Сбиваю, похуй. Давайте, вы вдвоем наоборот на захват. Едьте, парни. Едьте вдвоем на захват, нормальная тема. Я один позбиваю с кустов. А, тем более мы вдвоем позбиваем, заебись. Да вы шо, я не вижу никого тут. Попробуй 600 кп сейчас забрать. Бьете на этого базного одного, да? Стреляй. Да, он ушёный. Норм. Диадор, я уехал сбивать. Там страйк возьми, еще живой, норм. Левее возьми, Диадор. Тут. Чтобы засветиться как можно позднее. Спрячься, мы сейчас стали... Это, у страйка там оптика есть, они все слепые. Хуй сосать будут, кроме 32-го. Еще 32-го первым валить. Ща буду. Блин, так-то в говне уже сейчас они ко мне приехать могут. Нормально, все, они сейчас назад поедут, это, захват сбивать, как только наш на захват станут. Надо на захват ее вставать. Я свечу. Двое на захвате. Он на захвате, урод, не в простреле.
Блин, 6 ко мне едет. Надо забирать ваншота в кругу. А можете еду помогать тебе. Берите базу, просто сбивайте захват и берите базу. Тоже голду, не знаю, собью, не собью. Бил что-то. Вообще все плохо. Что нужно подсветить? Могу вот это убить, сейчас. Давай, убивай. Что нужно за свет? Три, надо еще раз сбить. Вот этого забью. Хорош, вот этого забью. Там горит. А тройку потом я доберу, вот эту ваншотную. Да все, вин. Ну фраг нужно, блять, попадай. Срота сработала, нахуй. Короче, эта пушка что-то на них хрен нас, такого расстояния не попадает. Зажги голду, сука, включить. А ты ББшками стоишь? Обычно, да. Всегда ББшками, всегда ББшками, кроме сейчас. Ну, убей меня, урва. И тебе хуй. Так-то бы мы развалили всех, наверное, Паша. Да. Сейчас уже, да, понятно. Они просто могли взять базу, я там два раза не пробил. У меня там вообще ничего не летело, короче. У меня тоже все мимо. Пушка это просто забей. 60 тысяч кредит дали. Ну, такой бой потом. Теперь я светил, блядь, что нахуй мне какая-то вообще. Человек с ником «Мне не очень хорошо» может понимать формат 742, блядь. А чё, где ты прочитал? Ну, он мне в личку пишет. У него ник «Мне не очень хорошо». У нас это, постоянно переназваться там, типа «Мне совсем хуёво» или еще что-нибудь. Как-то он слишком прилично назвался. Фу. Талк бы поменял. Ехали. Что за говна мапа, блин, вы чё? И Клич, ты понял, да? В прошлом бою просто кинули нас, бросили, блин. Да, уехали да, куда-то. Вы бесполезно, вы короче, поехать светить не можете, стрелять можете, но долго все делаете. Только сейчас выводи на нас. Естественно, блять, а что делать-то? Мы не можем с ними лоб-лоб бодаться. Можем только вас прикрывать, и поэтому мы привязаны. А так мы зашли все сбоку, нахуй, отхуели всех. Так, ребята, у нас 8 танков, по сути, потому что коричневый. Коричневый, я не знаю. Мы едем сюда, значит. Не, надо кого-то пацана брать. Что-то как у нас крутанулось. Я тут останусь на горе. БТР-ка. Это какие-то эти... Адекватные? Нет, интересно. Хотя арта вообще, конечно, зачет. Нахуй, нужна. Все хорошо, Максим. Харрисфорд. Так, давайте, свети. Они не захватят базу? Могут. Захватят. По-моему, вообще легко теперь захватят. Ну вот эту стэшку оставим поближе, да и все. Левша. Ой, еще творится. Просто по щеке ему дал. Хорошо, блядь, просто комба нахуй жесткая. Они все, всех уебут. Они вдвоем составляют один нормальный танк, как убивает сразу всех в ваншоте. Есть. Здесь будут парни. Шестышка сюда просто так не поедет. Мне кажется, они снизу все что-то. Ты хорош. Ни хера ему залетело, блин. Короче, мы сейчас хуй постреляем, парни, надо пиздить этих. Надо возвращаться надо на базу, ребята. Базу. Ты светишь да, базу? Да, сейчас базу возьму. Я подсвечу уход вот этого. Он один. Сами убьете. Попал. Очень похоже, что они сейчас вот отсюда вынырнут. Не. Никто не стреляет. Да. Либо это супер анал непонятный с отдачей двух танков. Идти Толя светить. Да, у нас я есть свети... с кем сбивать, так что нормально. С борщом? Борщ, да, арта. О, они едут. А, да. Есть, пацаны. Едут, гоу. Давай, МД все. Он, домашний. Да что, вперед поехали. Мы сейчас вот здесь соберемся и в лоб их. Чекните только вот эту хуйню. А, вон, есть пацан у меня. Вот, за левшой едем. Вон, где левша. Что-то он мне от пизды пошел давать, походу. Здесь у нас в упор таксист. В упор таксист. Я даже не думал, что здесь такая хрень. Я, кстати, там, да, хпшки сошли. Да, блин. Я лечу, такой радостный. Они меня пытаются убить.
негодяй. Его попробуй сейчас по банч 34-2. Выживайся. Летит, да, что же он как-то... Здесь барабан всегда даст, пацан. Там еще пацан есть. Что-то у него вообще там торчит ничего такого. Там, ну, какашка. Да там 110-ка взад будет кидать. Смысл? Это 110-ку связал. Ёбните СТ-ху. Они в простреле. У них еще здесь пацаны стоят. Вон. Давай они. Их убивать. Кто там? Их убьем? Танкуй инсферу. Тут еще друг. Ой, они возвращаются, пизда мне. Ой-ой-ой, ложись, ложись. Ну и короче, я срезу этих, давайте. Да, почти. 3-4-ку пиздите и ко мне. Меня крыс. Там стреляли, да? Да-да, никогда. Даем. Сотка зарядилась. То высадим. Я тут заряжен, пацаны, помогай. Пизда мне. Блять. Я упаду. Это здесь проект 4, да? Да как, блять, он во что попадает? Как? Вы на вертушечнике. Он что, за собой хочет упасть? Да, он заставил. Я ваншота доберу. Ответ на 110-ку дайте. Бил в воде один. Хер на него забейте, а другим. Закрывай только. Ой, как кушет лол. То есть тяжело пушить, вы проехали, что вам сотка все дала. Можете показать их? Пизда. Не вижу их. Обидно так-то. Куда у нас танк? У нас арта. И не толкайте себя. Полетело! Эх, не попало. Ой, говно. Как вам такое? Да, бляха, ты будешь пробивать? Это, стартуйте, я на базе прям минуты две, минуты постою максимум. Как тебе танк? Офигенный танк. По-моему, так говно вообще. Какое говнище, блядь. Да никакой не говно, мне нравится. Леша про 90% танка говорит, офигенный танк. Ну да, мне тоже так кажется. Ну, потому что он офигенный, чё? Я не знаю, но... Может, перекур сделаем пару минут? Чё, стартуйте, я на базе постою там начну. Ой, говно. Две минуты. Поищем десятого, нет? Зачем? Не надо? Нет. Кинь. Да зачем нам десятый его? Надо нажимать их готовность. Если арта будет, то нам танк нужен нормальный. Эклипс, возьми танк нормальный. А, да, ФЦМ возьму сейчас. На химках мы будем отсасывать немножечко. Нормально все бывает. Ну да, арту не прикольно. Где и танков еще норм? С артой это бред. Инсп. Инсп. У тебя танчика нет. Ой, первые 62 рубасы пошли. На Яндекс.Мани. Таких же встретили, да? Недоделанных. Стоп, а я ж ФЦМ обрал. А, ладно. Стоп, ты всех опять наебал. Не, я серьезно, там просто забыл танк поменять. Уже катка, блять. Толь, давай на балкон тогда сюда. Бой начинается. Ришка, вот тебе шишка. Сломайте там все, пока мимо поедете. Бляха, они написали, что так. Они не АФК, они базу удефят. Не умеешь ты ездить на одной гусле. Если мы на этих можем попасть на своих? Или, наверное, нельзя из одного клана стоять? Нельзя, бля. Почему? Чё это нельзя, мы? По идее, можно. Ну, я думаю, что по смыслу нельзя, но по функционалу можно. Не могут их запретить. 90-ка. Ты
стоит со страйком. Их аналог, что ли? Нет. Аналог карнавал. Че это за звук такой был? Сейчас кого-то уебнут, либо это аналка. Понял? Ой. Ой. По-мастерски меня просто ждите, гусли. Да не стреляй. Ну, гусли, я его буду бить ногами. Давай. Просто комба. 50-100, 50-100. Он сейчас охереет, когда меня увидит. Я свожусь уже в него. Ребят, свожусь! Шакал. Шакал. Боже мой, как... Не понял, перед ним что ли кто-то стоит? Что это сейчас? Я, кстати, тоже там кого-то попал, может быть, потому что у меня снаряд пропал. У меня тоже. Вроде что-то не вылетел. Сколько он пулик дал? Хелп, короче. Что, а где их там? Эти, блядь? Узнаем, кто здесь стоял. Что 90 какой-то наглый лезет сюда? Хуеть, как не лезет. Страх, что там мутишь? Ой, какие они кривые! Смотри, тут судесятки стоят всякие. Раз, подожди, не стреляй, не стреляй, не пугай его. Как меня эта пушка иногда бесить начинает. У вас все получается? Давай, пупсик, стреляй. Помогаю. Вчера не сделал. Ну едь вот туда, помогай там. Оп. Просто я чай допил, да, дальше. Пей, ой, пей! Да. Глотай. Убивайте сами. Или не убьете. Блин. Так, а тут что-то я в западне, я так-то, блядь. Страйк, ты в говне. А я что-то 3-4 пинает. Диадор, ты могу, сюда. Я ее стопу профессионал. Давай тройку. Сейчас тройка попадет. Стреляю, стреляю, стреляю. Ой, хорошо. Так она все равно в тебя смотрит, ей похуй. Кать, надо сделать с ней, наверное. Вы можете стридевить, пожалуйста, ребята, он не убьется. Ты еще раз дайте одну пульку, и Толик не умрет. Да блин, вниз упал, они всем похуй на Толика, да. Убейте из три, ребята. Спасибо, говори мне, урод. Спасибо. Вот он совсем умер, блядь. Хорош. Просто спас всех. Убил его Т-34. Странный какой-то, чего он доебался до меня? Почему он по мне стрелял? О, лак-лак-лак пошел какой-то. Почему он реально в меня стрелял? Таксист, он клёвый. Он на меня даже ни разу не вернул столик, прикинь. А только в конце, когда ты упал вниз, он понял, что что-то не так, сломалось в его голове. Лучше и... ФЦМ, брать. Все. До меня стрелять. Да ну, это ты просто сейчас, я не знаю, везет с пробитием, там такое. Как только... Хотя я имею в виду по фану кататься, а тащить? Ну, если на подкалиберах, ой, на кумулятивах потом пойдем. Смотрите, враг горит. Майстрайк, пирама. Оня. Ну, в рандоме, ну... Не зайдет. Не блочь, левша только. Я проехал. О, по головам, по нормально все. О, комба, блять. Ладно, я пока еще накакал. Накакал. Негодяй. Что-то они ругаются, бесите, блять. Это Т4, которая просто хуярила в Толю по КД, это было зачет. Не просто нафармил 1500 урона. Мы им вафами не даем. Забила на люксе и начала меня. Короче, здесь зашел. Вот этот промресурс, он чисто зависит от опыта, да? Да, ну, Булкин, хуилки. Два раза больше, да? Что-то там это, тому, кто... уровень был повышен чего-то. Боевые выплаты завершены. Нам надо заново запустить. Есть. Во. Тоже нажал, я не успел. А потом в эту будет, в финансовую часть, когда всю эту хуйню заполним. Кадроч сейчас, смотрю, тоже заполняется активно. Видите? Толик. Слово пок. Эгус. Жарко. Сейчас будет жарко. Yes. Ты один бой хочешь откатать? О! Арта. Страшно. Что комбу мутить то? А, какой? Ну, такой говёный танк. Да не знаю, я, у меня он был еще тогда, когда он только появился. Все равно от этого лучше он не стал. Да, это я в курсе. А что ты с кодом сделал, Булка? Он у меня валяется. А дашь мне его? Нет. Да, ты что, продал? Насчет этого. Ты мне еще... А, сука, ты мне денег не отдал, гад. Какие деньги я тебе должен, ты о чем? За USL. Я забыл совсем. Какие деньги тебе 90 евро. Хуя себе. Сейчас столик слиняет. Подожди, какие, блядь, 90 евро, ты чё, охренел? А ты думал, что так все дешево, что ли?
Че, блядь, 90 евро? Инфляция? Чё-то дорогой у вас Т1. Не-не. Ну гади. Сколько ты голды потратился? Меньше там было. Больше. Меньше. С 90 охуенно. 43-й пик. Блядь, ты чё, 90 евро это, блядь, больше, чем 25 тысяч голды? Ты чё, совсем жёсткий, что ли? Я потратил меньше 10 тысяч голды на твоём аккаунте. Проценты. Ага, проценты, нахуй. А сколько я это самое? Жесткий ты первый ногой. У меня, блядь, яйца сейчас. Что-то все растянулись так, блин, а сейчас там встретиться. У них, кстати, арта есть. У них тоже 3-90. Бляха, 90-ка не пробил. А у них 90-ка на кемпе тоже неплохо. Хули, блядь, китаец. Госу, да, еще нужны пацаны. Чего там все застряли-то, фармеры? Понятно, что этот гусь, у него он по жизни такой. Остальные-то, блядь, быстрые все. Тут лоб-лоб, просто ПВП не выдержим. Я как... Где этот урод мелкий? Свечу, короче. Как вы в него попали? Вот, ну, я случайно, Толь. Ой, дали просто пиромантер. Толь, я случайно. НКД, я понял. Я не хотел. Ты больше не будешь садить, да? Я НКД. Все, не могу. Нужна помощь, тут это, за нами выехали. Еще три там. А ты даже отцеливаться не хочешь? Когда, ребят, меня же было. Зацелены, таксист, да, не выезжай. Я могу из 3 разъебать. 13 секунд. Вам надо скоро время потянуть. Поеду, тем больше, тем лучше. Не, херовый, ты Максим, пойдешь. Ты прав, Максим. Че, Толь, давай через минуту тебе... к вам приеду. А, Толя, у тебя. Да мне посрать. Ой, я сейчас этому подстрелякую, блядь. Давай. Не будешь ли выходить там? Он что-то... А где все враги, пацаны? Вот нет, а как ты выйдешь? Там 4 ствола зацелены на угол. Как выйти? Это справа и стоит, отрахни. Левша, вот здесь все враги, левша. Вот а, ну я еду. Он едет, давай. Поднимается, поднимается, где я, вот, впереди. Нихуя себе, там друг у него. Я их беру, засады. Беру в клещи. Левша, бери в клешни. Левша, сейчас... Арта КД. Арта КД, норм. Толя, сейчас второй 90-к приедет, и те ГГБ. Левша, мы с тобой, короче, берем в клещи. Арта, ребята! Арта в свету! Не вижу. Я зацелен, не выехал. Я с тобой мораю, чтобы тебя вдвоем не спустились, не убили. Меня стреляют. А второй 90. Давай, таксист, ты врываться. Я этого уже в номер разъебал, заебал ты меня по-другому говорить. Секунду, сейчас сыпать. Думаешь ты сейчас? Просто... Блядь, блядь. Опа, а тут друг приехал, да? Просто... Право, 32-го. Просто... Ты не успеешь, если ты пробил бы. Пробил. Он мне просто боялся. Сейчас туда поехал. Еще друг хочет на ремку встать. Арта КД в меня стреляла. Попал засветить. Арта в 90-ка стреляла, прикиньте, которая на полном ходу, это когда его тиммейтов пиздят, она стреляет в 90, который на другой конец. Проезжайте кто-нибудь, мы сейчас просто их сдуем. Так Делюкс, ты фуловый, ты и приезжай, лол. Ладно, бляха, 90. Идёшь? Тапок танкует, нахуй. Ба, чё так? Блядь, что за хуйня? Ну куда ж ты идёшь? Пидорас. Не трогайте его. Артобляда, Максим, ты чё, Максим? В меня не стрелял, ждал Максима. Как я чё-то танканул, блин? На чё Максим написал? Чё нахуй? Чё нахуй кучи, блядь? Вот это рвануло Максимке. Просто 2000 опыта, пиздец. Джонсон, знай, ты сучонок! Или какой там? А, блин! Какой Джонсон? Джонсон меня уебал на 500. Бля, он сейчас утопит. Симку из, этот, какой-то 3. А-а-а. Спортивно. Понял, Максим? Ну да, Максим, нехорошо. Тебе должно быть стыдно. Да мне похуй, блядь, пидорас. Стыдно, блядь. Вот видишь, как тебя пристыдили, просто сейчас в угол поставят. 37 лет разговаривать. Я тут такое творил, ребята, это короче. 7 лет он разговаривать не научился. Просто Максим стоит в упор, его убивает, он его убил, и Максим на него говорит. Да кого в упор, блядь, я там катался нахуй. Влево-вправо, блядь. Ну так нахуй катался, блядь. Левша, вот посмотри. Просто история от инспа. Чё-чё? Посмотри на мою стрельбу. Статистика. 5-5-1 вообще хуй. А не пошло, что ли, да? Не, ну у него пробитие на ББшку, не очень. Чисто вот в таких ротах заезжать. Хуило, 47%, блядь. Всё попал, блядь. Не пробил, блядь. Максим, ну чё ты так жёстко-то его? В рандоме лучше ФЦМ брать, и всё, больше ничего не надо. Ты вообще везде ФЦМ лучше. 34-го чисто поизвращаться. Ну и... Я там не, первые 10 каток тоже вроде там прикольно. В ангаре себе вот выбор техники покупать какой прем, просто ФЦМ берешь, больше ничего не надо покупать. Ну, да. Ну то для это, игрока более-менее пряморукого. Да, и да для любого игрока, я не знаю. Е25. Он руки выпрямит. Ну, криворукому. Е25 это чисто стат-машина.
и 100 тогда, окей. Если фан, то, соответственно, всегда 100 тогда практически. Точно, Е25 надо взять. Ну, направимся, на ломанемся, и надо кого-то еще сюда. Нет, Т-34 еще фармить нормально. С этой базы тоже, кстати, не так удобно сбивать без арты. Страйк, ты всех зрителей спиздил. Вообще, Ох, тебя смотрят сейчас. Да ты мне даже на 1000 не даешь добить, урод. У него 750. Просто было. Здесь, блядь, больше троих. Сколько у него? Физически. Было 750. А сейчас сколько? Сейчас 300 вроде уже. Как? Отсоси у тракториста. Да, я тоже сказать. Это ты пошутил. Лошара, блядь. Один к нам еще быстрый кто-нибудь. Вот, все, Дигор приехал. Как так можно, блядь? Там пушат нахуй. Все танки, блядь, с той стороны нахуй. Тихо, тихо, Максим. А он на меня, блядь, смотрит. Тихо, тихо. Дайте огни тушат, господин. Подожди, не утекающий пожар, блядь. До сих пор за тот бой пригорает. Да. Конечно, блядь, это просто пиздец. Ну и завтра еще пригорать будет. Его пушат нахуй, вот все, блядь, танки нахуй с другой стороны едут. Он хочет. Он смотрит, блядь, на один танк, который в спине, блядь. Так я ушел к нашим тем. Ну, он хочет фраг престиж сделать. Так они могут уехать просто на вас, в вашу сторону, и меня игнорить, блядь. Нет, ему надо стоять просто. Кстати, вот это. Они сейчас захват опять сделают. Еще и попадать все. Лол, танки нашел. И захват сбивает сверху. Пробую отдать позицию. Тут много, наверное. Вот тут нету, я вон чекаю, все нормально. Гусельки обновляем, пацаны, по таймингам. КД. Вон, затопни на горы у меня вот тут, а? Вот тут. Стоит. Сусат, я не успеешь, они походу захватят. Убай. Мест мало. Вот, блять. Цуко. Они все сюда едут, я тут. Ой, здесь друг есть сзади. Пробил. Во, поджимать, пацаны. Я тут гора победила. Ты тут уехал, его убьем. Мы убьем их, Толик. Толик, все. Мне, блядь, дай танкую. Это давай, как падай. Мимо? Левша, танкуй, ты больше ничего не умеешь. Стреляет. У меня спрашивает. Ой-ой-ой, сейчас не добью, добью, пацана. Заберу. Хорош, левша, вообще, на земле. Блять, сбите срочно, нам 2.90. Хорошо, опять слип. О, опять мы проиграли игру. Вот этого надо сбивать. Вот этот уезжай, пробуй сбивать. Эклипс, пробуй. Да, блять, все читалось. Да и... не, без 90 тяжко. Это на базе, блять, караулить уродов, которые приедут. Он захват встроен. Приедут базу, блять, брать. Че вы сюда едете? Идите на... А, идите на захват. Никак не успеть, там двое берут. Да уже все, там... Дорогая, ВП. Никто опять не успеет. Просто по тактике опять проебали, блять. Просто по это... Да я ваншот. Ну гад, ёбни, да похуй. Там трое. Ну гад, ёбни. Давайте на захват, может успею сбить наш. Засветите, что ёбни наугад на последних секундах. Стреляйте, сбивайте. Ну я наугад стреляю, я не вижу никого. И эклипсы засветили, да. На, еще эклипс сдох. Там все нормально. Короче, если у нас танк у тебя говно, был бы на ФЦМе, успел бы все. Не, надо какого-нибудь это самое просто оставлять. 90-ка выбрать. Ну Т-34 на базе оставлять все. Ну вообще да, не хубался выбрать. Ой, блять, команда нубаноидов вообще какая-то. Командир говно. Да. Только ванить умеет, блять. Инспирер, соберись нахуй. На 47%. Будь мужиком. Ты чё с тобой, Максим, чё ты только одну пульку дал, чё за дела такие? Кстати, вот понаделали гайдов, блять. Едешь севером, пиздишься, а остальные едут на заход. Что за уроды? Будьте мужиками, блять, пиздитесь. Не смотрите эти ёбаные гайды. Теодор. Дидор тут? Я одного не понимаю, как левша играет на стриме Амвея во взводе и на укрепрайонах с парнями. Не знаю. Два компа. А как, в смысле, а чего у него на стриме? Многозадачность. Многолевшовость. Ну да. О, а тут по миду можно развивать. Не нахуй своим мидом, мы вчера уже поездили. Ой, это вы там нубасы отдались вообще. Конечно, блять, нас я на вот сюда поеду, короче. Трек, давай по мид заебало нахуй дрочить. Поехали по миду сейчас. Да, какой да. Мид? Едем все сюда, заебали. Нет. Дрочить. Опять сейчас... Ой, короче, я... Ну, лоб... На базе останьте, остальные ущелья. Чего вы эту хуйню страдаете? Я в лоб тяжело танки буду пробивать, я буду в бок им стрелять. А? А? Норм бринул? Ну я тогда на базе сам стоять буду. Зачем тебе на базе оставаться? А просто буду стоять на базе. А мне он эклипс искает, один хуй никуда не успеет. Вы хотите по миду, а я хочу. Эклипс останется, он прошло. Ну давай, бою. Окей. Оставался. Хорошо. Хорошо. Я живой, светимся сзади. Он
Так нечестно, Страйк. Они встречают нас. Они загатрили. Они смотрят. Суки. Ебать меня пинают, как. Послушай вас, дураков, и поехали, блять, контрить. Пизда моему танку стала. Я живу, я танчу, блять, еще. У них штанишки совсем. Я живу, ребята. Я живой, блять, спасибо, что живой, нахуй. Блять, я просто уже 3 кеза дамага питал. А толку-то от этого? Лол, я засветил. Вот эти команды, пацаны поджимают, сейчас все нормально будет. А, Максим, стукач. Летите, ёпт. Левша, можешь прорегенить этого 90-ка? Самое главное вовремя написать. Меня убили, чёрт, я не успел уехать. Страйк, чё ты кинул меня, а? Как ты, я тебя кинул, я тебя крыл всеми силами. Тогда ладно, тогда все хорошо. На тебе, блять, висок. Бред, пропадают снаряды. Они, может, сейчас их пушить будут, кстати. Давай в ухо теперь ему, в ухо, а не в висок. Они сейчас пушат, да. Они же стрим смотрят. Пройди отсюда. Очень похоже. Ой, точно, соточка. Надо сваливать, короче. Разворачиваемся, таксист. Ты успеешь сотку ударить еще. О, вот это засвет. Они никого не пушат. Токсу стреляем, все по разным, парни. Просто издеваемся, гонимся над ними. Есть попадание. Броня не пробита, это. Ты чё, тебе больно? Да гусля, ты гусля. Пробитие. Кому не нужно хелп, молчите. Да? У нас всегда так в команде делают. Цель захвачена. Так что, блять. Не сказал грубо, заткнитесь, просто молчите. Есть пробитие. Да что только слабость проявишь, тебя еще и свои пиздить начнут, блять. Я проехал по центру, засветил всю команду. Они двигаются, блять, заблочьте их нахуй, пускай они стоят на месте. 500 метров неудобно стрелять, скажите. Двое. Ой, сотка, сотка. Тихо ты, блядь, остановись, хули ты дергаешь. 110-ка затрахала уже двигаться. 110-ка слушаешь стрим, блядь, стань на месте, пожалуйста. Левша, на меня, пупсик. Где? Я за тобой, ага, понял. На тебя, окей. А, как ты страшно, да. Движение невозможно. Не слушается, зависят. Слушал. Спасибо, друг. Чё это я свету? А, блядь, проезжает, сука, надо отсвечиваться как-то, блядь. Ну нет, там Диадор, они через башню. Просто офигеть. Тяжело, надо спуститься, он помочь туда в центре, я думаю. Эти СТшки пускай стоят, только отсветиться надо сначала. Все, да мне, блядь. Оп-оп-оп-оп-оп! Сука, чуть-чуть, блядь, шестёра ебаная. Че, ладно, это, я, наверное, сейчас еще пару бедов сыграю и все. Там на базе все там плохо иметь. Ой, что-то там СТшки на базе АТАТА сделали. Сколько в АТ-44, блин, ну чё? Просто Эклипс мастер танков. Емелька, уедь на свою половину. Пройдите вот сюда вот. И засейвись. Там стоит, ну, блять, на кемпе вот тут. Пизди, я там накиду, блядь, по КД. Едь танчи, блядь. Там уже Максим, блядь, выебали. Да идите нахуй своим танком, вы это, блядь, подохли. Опять кинут танчи. Этих давить. Там сотка, 400 хп сейчас закатышится. Явился, на. И инспа сотку сейчас убил. Никак не хлопанать. Тима, ведь свою базу тогда. Сотка от меня за камнем. Сотка засейвилась сама. Она там так и стояла, ну, за камнем. Когда я вы пропушите тут. Эклипс, да, Булкин. Куники, да. Куники вообще нормальные. Главное Эклипса дождаться. Пиздался. Максим, на сотку, чтобы не умри. Пидор, он знает, что он меня не простыли. Сука. Как
Хрен на тебя выйдет. Там стреляет какая-то херня. Че, там выиграть ПВП или надо ехать на ДД? Должно. Выиграю. Максим, я тебе еду. У них 44-ка, блядь, пушка и 70 миллиметров. Еще бы выиграю. Только по ним стреляет, Максим. Ну она так может. Жопа, наверное. Не, ты че уезжаешь, Максим, блядь? Бу, вдвоем разъебем, я че приехал. Ну приедь, да. Я им помогу и выйду. Блядь, по-моему, ты же что растопного разваливается. Твою мать! Куй, значит? Пидор. КВ-5. Конечно, заеби, что ты съебал. Вообще, очень вовремя, блядь. Я тебе помогаю, ты съебал. Вот нахуя. Я думал, им нужно помочь. Станкуй на похуй. Свет на сотку можно? Сейчас Делюкс на тебя соткой вылетит и по ней дай шоу. Путь цена соснет. Так вот, блядь, а-а-а. Понятно нахуй, просто комба. Комба-вомба, блядь. 24 сына тут, фаталити. Я сейчас пиздил. Пе, пацан все правильно делал. Если бы не он, блядь. Толич все правильно делал. Всю старту спалил их, блядь, вообще изи, чё там? Нахуй. Благодаря сосал мне выбрали. Сосал 700 урона, чё-то. Просто сосал. А всё остальное ты... Ваши тактики, блядь, через... То есть два шота, да? Ну, остальное рикошет, они же не идут. Гусли тоже. Берг в говне. Так, ты кнопочку запилил? Да. Как надо. Ну, у меня две кнопки. Какие кнопки у тебя? Не, про то, что на WebMoney, на Яндекс.Деньги, на Дативе номер. И чё, уже прислали что-нибудь? 62 рубаса. А мне тоже прислали вчера, нормально. А новый хомп. На голду. Ну, монитор бы ему. Монитор. Куда? Пиздимся на этом? Да. Ок, здесь по центру нельзя ехать. Значит, ну чё, куда? Голь левша, пиздить их нахуй, всё. Давай, всё, забраться, блядь. Поехали. Сейчас, с вами едем. Левша, ты готов, блядь? Сейчас там в городе, ну вот нахуй поехали, туда ехать, в город, блядь, на этих убогих. Вот Делюкс, дай поиграть, ну серьёзно. Да, не пизди там нахуй. Все нормально. Сейчас опять потеть из-за вас. Ебать, что ну... Опачки! По-моему, нам сейчас будет. Еще нам не будет, гоняй его. Страйк, танкуй! Страйк, танкуй! Иди ты нахуй, друг! На ходу объебал ему! Че, пацаны, есть норм. Нормально, один КД можно проехать. Сейчас дёсик. Ага, они на все виноваты. Ну, наших разъебываем, вот этих троих. Говник. Я в лошадь. Гоу свои... Нахуй своих разъебываем. Гоу за мной, Страйк, что ты? Легко убить, голоши. Я с левшой, он мой тиммейт. Ой, Страйк, на 10-3, давай его убьем. Ну ладно, помогу тебе, может быть, блядь. Давай еще таким, он засал. Он съебался. Там еще друг у них. Страхи. Просто левша их характером давит нахуй, все, блядь. Они разбегаются. Куда? Сейчас я проеду, подожди, не стреляйте в него. У них там высок как тот самый, что ли? АФК? Блин. Пиздец, опять же какая-то невидимая. Что это за хуйня, блядь, такая? Я добью. Понял, понял. Я тебе еще и в голову суну, Страйк. Броня не пробита. В голову сунул. Это неприятно, наверное. Ну, без домашки там. Голову в АФК, лол. Когда в голову сует, ну и как-то не очень. Это обидно даже стало, наверное. Левша получилась на мире. Норм, там без проникновения был. Булкин, да это прекращай. С пулевыхранением в голову мозг не задет. Да. Да-да-да. Них пенетрейшн, да. Быстрее попадаешь. Ты, сука, два раза уже не пробил такую мозгу. Тройка, блядь, жила кризис просто. Начало больше, чем остальные. Успею убить, успею убить. Бел. Совкос.
Блять, я ебал. Нахуя это делать? Просто. А что сделали? Опять меня свои продамагировали, блять. Я не продамажил тебя, тебе. Блять, на ФЦМе там фул ремонт 3000 стоит вроде. Ну, обидно зато. Нервы поднимаются. Из укрепрайонного. Куда там все фармится? Уже третьего. Это уже четвертый. Что-то быстро у нас строительство идет. Вон 3000, значит своих можно пиздить. Хорошо, я понял. Эклипс. Да он танчик X5 ищет, наверное. Эти получается были, за час 40, примерно даже за полтора часа, лям нафармлен. В принципе, лям в полтора часа это норм. Мы можем... Что-то как-то фармить. Медленно, вообще-то быстрее должно быть. В рандоме больше бы нафармить. Это, ну, это со всякой хуйней. Если без хуйни, то быстрее. Если нормально просто именно фармить, играть восьмером, то больше, мне кажется, будет. Или десятером на изичах быстро прокатываться все вместе. Джон Дауни, блять. Опять какие-то просы, они там уже пиздили где-то. Да, было. Но ой, это не финалишь. На этой же карте они захватом просто вывернули. Нет, не те, у них сотки были. Герты не было. А, ну да, мы же слили много. Убивать. Раза три слили, по-моему, да? По захватам. Три точно. Угу. Вон левой левша. Да направо. Это карта еще бьет. Блять, мы в этой сейчас так застрянем, не пойдем. Там прямо под артой не кайф вообще. Она маленькая. Арта? Кто возвращаться? Ну, ладно, такая маленькая уже. Такая маленькая уже арта. А базе-то останемся. Он опять эклипс куда-то ползет. Эклипса, верни. Блять, не буду я оставаться на базе, сами оставайтесь. Ну убери тогда быстро с танка, не говно вот это. Пиздец, буду, не хочу. Все, умрут, ты еще никого не тянешь. Блять, на базу возьмут, это по сотка. Эклипс, ну ты взял сам медленный танк. Карты, говно. Ладно, поеду, вернись нахер. Вот человек. Да там больше веселухи будет. В голову сует, на базе остается. Это курица. На все руки мастер, блядь. Дрифтует. Понятно, здесь никого, надо вообще всем возвращаться на базу. Врывайся. На базе могут стоять, блядь. Проатаковал, я на захвате. Ой, 90-ка нашел, ничего себе. Раз 90-к там, значит, они точно. Они где-то там тоже. Я в свету. По периметру на базе стоят. И по мне тоже пулька кто-то. Даже попали, ни хрена себе. Да, вам чё? Там это 101. А, булка, поехали вот это тогда, страта. Вот кто такой? Ну я по этой, не по воде. А. Не возвращаться. Да, поверху. Что, мы боимся, что ли, блядь? Там 90 сделаешь, сейчас кабина будет ломать нам. Светило, блядь. Ты хитрый, меня блядь. Тоже просветило. Там тактика. Блядь, он все сломал нам так-то. Всю старту испортил. Эх, профессионалы эти надоели. Идите своей роты, блядь, играйте нахуй. В чемпионат Эдисей, да? Турниры, блядь. Мирщик. Якуты. Оп-оп-оп. Они прям по воде едут, да? Я вообще охренел, чё. Прям по воде. Сука, понаделали тут камней, блядь. О, по воде зайдем, убьём всех. Бомбанет уже от камней. А мы можем за китайцев как-то? Я новую дорогу здесь нашёл. Но не сразу. Давай это, забайтим на тебя, Толик. Меня забайтим. Откуда он должен выехать, блядь? О, 90-х, ребят, забайтим. Оттуда, блядь. Чё был, друг? Душа. Лол, как он попал. Слушай, херово байчу получает. Засада, я чувствую, здесь будет. Вон, Сунтрион уже в засаде стоит. Сестрайк, давай-ка, блядь, я объеду по этому. О, говне. Ай, езжай. Кабину тебе проломали, нахуй. Да, нормально так. Покусали меня. Ебать им. Вот так. Ой. Команда. Ой, приехала, чувствуется, выехали. Да? Че, Диадору от Атапа? Как дела, Диадор? Диадор, что с лицом? Арта, давай, арта. Поедут у них танки там. Поставил страйк, давай. Посвети его, пожалуйста, кто-нибудь. Да люк, свети! Смотри, он мимо них проехал просто. Там он стоит. Отряд не заметил, проехал. Давай еще по одной туда скинемся, нахуй. Давай, скинемся. Навил. На морозе проехал почти. Еще раз обновил. Да не-не-не, хуй, ты 90-ка. Хуй, у кого-то спиздил хороший. Там еще один выехал, страйк, давай. Дал. Я от башни играю, убивайте. Да подсветите же их, ё-моё, что за команда такая. Прострелились? У нас да. Уже
Нема. Все, го вперед, страйч. Блять, херово. Ваш не играет, страхуйте. Хит урод, я его хочу отпиздить. Год! Там 3-4 уехал. Давай хату сломаем у него. Да это плотный пацан, кумулятивом стреляет. И коринар вон уехал. Давай тупо за ним. О, слушай, поехал. Да что ж такое, он еще и пропадает как-то потом. Ой, продамажил. Я сейчас страйка за ним выезжаю. Он, кстати, ты пинает, специально его закрываешь, да? Страйк. Все. Все в говне. Таксист, давай всех убьем. Это хорошо. 4 пульки. Или 3. Чем, может, дам. Го, вот это броня. Самый конченый бой за сегодня на ФЦМе. Даже на Карелии лучше был. Блять, они что, едут в АСА-20? Иди нахуй, блять! Он уезжает отсюда. Да, он свалил. Сука, блять. Конечно, я его сейчас вот в эту хуйню-то не пробью, блядь, потому что она нахуй не пробивается, блядь. Не пробил. Понятно. 90-х, блядь, убил 505 хп. Просто заушел. Почему бы нет? Поджогу. Нормально, 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 нормально. Так вот профессионально поджог. Вот see you later, просто, блядь, сейчас как Уинспер у меня гореть начнет. Просто ДЦП, блядь, максимального уровня. Тебя просто раскайтил, разбайтил, блядь, это пизда нахуй. Растроллил, все, и убежал. Потом 550 хп убил звукшотов, нормально. 505. Не, это хуйня, эти кулебаёны, честно. Я, короче... Только, блядь, по своим стрелять, только хардкор. Да, только по своим. Больше не интересно. Где он? Куда ты стоит? Уехал? Да уехал? Дядя здесь. Петя. Ну вам шоп, ты еще тут, блядь, КБшные всякие бандиты стреляют. Че ты ржешь и в тебя в полете хотел стрелять? Я насу сейчас. Послышишься, правда? Классно. Из 2000 опыта надо? Тебе надо горшок, инспирер? Ладно, живи, блядь. Луал, даже пульки не влетают. Эй, блядь, какое говнище-то. Ебись, сколько я вообще дымах нанес, его 200, нормально, блядь. Все, в пизду, я не хочу в это играть, говно. Ладно, я тоже.